Всем привет! Сегодня готовлю очень вкусный и быстрый ужин. Это паста со шпинатом. Такую пасту можно подать не только как гарнир, но и как самостоятельное блюдо. В подсоленной воде отвариваем спагетти практически до готовности. Мелко нарезаем лук и чеснок. Шпинат хорошо промываем, обсушиваем и нарезаем не слишком мелко. В разогретую сковороду вливаем растительное масло и отправляем обжариваться лук. Лук подзолотился, добавляем чеснок. Спустя несколько минут отправляем шпинат. Как только шпинат стал мягким, сюда добавляем спагетти и хорошо перемешиваем. Спустя несколько минут добавляем яйца, подсаливаем и снова перемешиваем. Пасту со шпинатом очень любят в Италии. Ну, мы, конечно же, не итальянцы, но пасту такую тоже очень любим. Обязательно попробуйте, приготовьте, потому что это очень вкусно. Я даже кушаю ее без мяса. Ну что, я, как всегда, желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Пробуйте, готовьте вкуснейшую пасту. Спасибо, что ставите лайки, что пишете добрые и теплые комментарии. Я по возможности стараюсь ответить всем. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Подписывайтесь на мой второй канал «Быстрая кухня», где я готовлю еще более простые и быстрые рецепты. Ну и всем пока-пока!